Турист, который заблудился в Алматинских горах, найден мертвым. Почти сутки спасатели вели поиски и в результате обнаружили тело. Причину смерти пока не называют. 40-летний мужчина отправился в горы накануне. Он поднялся на вершину пика Шимбулачка и не смог найти дорогу обратно. Турист позвонил спасателям, но отправить свое местоположение уже не смог. Для определения геолокации подключили сотовых операторов. Поиски начались незамедлительно. В спецоперации участвовали 70 сотрудников ДЧС. Они задействовали 12 единиц техники и квадрокоптер. Все осложняла погода. Густой туман, сильный ветер и мокрый снег. Сейчас тело мужчины передано полицейским. Назначены необходимые экспертизы.